когда ты научился зарабатывать в этой отрасли, то смотришь уже не на то, сколько ты можешь лично зарабатывать и получать какие-то лидерские бонусы, а на то, как могут твои новички быстро выходить на первые деньги. Это очень важно, потому что в дальнейшем на перспективу товарооборот твоих новичков складывается в общий товарооборот, ну и, соответственно, ты увеличиваешь свои деньги. То есть в сетевом маркетинге важно очень не то, сколько ты научился зарабатывать, потому что твои физические и временные ресурсы всегда ограничены. Этим и отличается сетевой от традиционного бизнеса, где человек работает сам со своей командой и все заточено на нем. Важно, чтобы новички были замотивированы и вдохновились своими первыми результатами. Соответственно, вот эта вот включенность новичков позволит дальше увеличивать товарооборот и, соответственно, вы тоже будете больше зарабатывать. Я сама испытала на себе, когда в первых двух проектах был настолько тяжелый маркетинг-план, что нужно было много делать продаж, много нужно делать моментов именно в продвижении этого бизнеса, ну, потому что такой маркетинг. И не получалось иметь результат сразу же. Да, отложенный результат, он не мотивирует абсолютно. Поэтому, когда сейчас мы с командой заморочились на обучение новичков, оно очень простое, с простыми шагами и с быстрым результатом. В большинстве случаев новички приходят без опыта в сетевой индустрии, без опыта в продажах, и разочаровавшись, не получив результаты, они уходят, так и не познав сущности сетевого бизнеса. Поэтому моя задача, чтобы мой новичок увидел не только в перспективе, да, сколько он может зарабатывать, но и понимал, да, насколько его шаги и потраченное время приносят ему плоды. А в продуктовой компании важно это товарооборот, то есть научить пользоваться продуктом как можно большее количество людей. И результат получается быстрый тогда, когда есть несколько составляющих. Я выделяю их три. Первое – это, конечно же, продукт. Он должен быть простой и репотребляемый. То есть он должен вовлекать человека в использование продукции каждый день. А от тебя зависит продвижение этого продукта, значит, методы работы. Они должны быть максимально простые, то есть новичок должен включиться в этот процесс быстро. Просто у меня есть пример того, как мы создавали 100-500 страниц для того, чтобы делать рассылки по продукту либо по бизнесу. Но это очень сильное выгорание. Быстро идет процесс на клиентском чате, и уже в первый месяц мои новички собирают продажи на 20 тысяч рублей, на 40 тысяч рублей. Это примерно 5-10 тысяч рублей дополнительно доход. Причем этот инструмент, его ведение составляет 5-10 минут в день. Я считаю, что за такое время получить 10 тысяч рублей, но куда еще проще. И третий момент – это обучение. Да, во всех компаниях есть обучение, но формат обучения разный. Я проходила на своем опыте это прямые эфиры, часовые прямые эфиры, где мотивация, сплошная мотивация. Нет конкретно алгоритма действий. Теория забывается, мотивация падает. Главное, нужны практические действия. Самый практикующий формат обучения – это с обратной связью, марафоны со спикером, где есть конкретно в записи каждый урок, если это технический какой-то момент, например, как создать клиентский чат, как его оформить, как создать аватарку, как сделать приветственное сообщение, откуда взять контент, как его вставить, как сгенерить реферальную ссылку. То есть должно быть все максимально просто. И обязательно должно быть понимание того, как этот инструмент настроить, чтобы он работал. Клиентский чат – это воронка вовлечения клиентов в покупку продажи. Соответственно, по этой воронке нужно новичка провести, чтобы он дошел до продажи продукта.
Вот это и является фишкой нашей команды, и мы сейчас на октябрь месяц подготовили обновленную систему обучения для новичков, скорректировав наш опыт двухлетний, именно по тому, чтобы новички быстрее приходили к результату. То есть это будет быстрый старт от топ-лидеров нашей команды, которые зарабатывают плюс 400-500 тысяч. На этом обучении как раз все будет разложено по полочкам. Будут отработаны все методы работы, это голосовые. Если это текстовая скриптология, то, соответственно, как адаптировать этот текст под себя. Да, у нас есть готовые речевые обороты, у нас есть готовые скрипты и видеоконтент. А благодаря такому обучению новичок, он получает не просто теорию, он получает обратную связь 24/7, он понимает, как работает этот инструмент, он вовлекается сам в этот процесс, и когда наступает момент получения результата, люди даже удивляются, как вообще так получилось с нуля заработать первые деньги. Поэтому я вас приглашаю в мою команду, где у меня сформированы все условия для того, чтобы вы получили результат. Если вам интересна эта индустрия, если вы хотите вовлечься в процесс зарабатывания денег онлайн, и чтобы это было, если дополнительные деньги, то они встраивались в вашу жизнь, ну а если вы хотите выйти на серьезные доходы, то тем более нужно вам овладеть этим инструментом, чтобы передавать его в команду. Кому интересно, пишите мои контакты под видео.